Я уверен, что у нас будет правительство, и я думаю, что люди, которые сейчас руководят страной, они сейчас в парламенте находятся, договариваются о каком-то, какой-то коалиции, я не люблю слово «альянс», потому что не знаю, если оно подходит для наших политических реалий. Скорее всего, коалиция – это более подходящее слово. Они довольно четко понимают последствия того, что если до 12 сентября не будет сформировано полностью правительство.